Ну, вот тут еще как раз один из моих знакомых давних, который знаком, можно сказать, условно. Помогите, пожалуйста, помогите избавиться от блокировок, поставленных Дмитрием рассказом, через него от блокировки головного мозга, от блокировки постальной системы через удар из глаз, от блокировки кристалла на груди, полученной 2 года назад. Вот это же. Этот человек, когда проводил семинар, вот Надежда Яковлевна тоже его хорошо знает, который, в принципе, ни одной лекции моей не читал, не был, в принципе. Но после того, как я уехал из Украины, вдруг объявил себя моим лучшим учеником. И что я ему поручил учить людей. Да он даже 2-4 не знает. Но естественно, когда люди думают, что он говорит правду, вот доверчивость наша, вот попали, получили такие проблемы. Так что помогу, постараюсь избавить вас. И до сих пор еще люди некоторые слушают. Но он тоже приходил к людям. Вот, мне говорили, вот я получил факс от Николая Левашова, Николая Викторовича Левашова, он одобряет все, что я делаю. Да я его ни разу не слышал с сентября 91 года. Не видел, не слышал. А напечатать бумажку и выйти, показывать, помахать перед публикой, это каждый дурак может, правильно? Ну, люди опять верили, что считали, что он не будет врать. Следующий вопрос.